страны. Вот это чипсы Лейс. Ну, я так понимаю, что это картофель, это ямс. Ямс — это корнеплоды тоже такие большие. И все это со вкусом ребрышек барбекю. Вот такие вот чипсы. Это картофель с авокадо со вкусом сладкой горчицы. И вот эти картофель фиолетовый батат. Батат — это тоже корнеплод со вкусом кокоса. Даже не знаю, что это, вот это вот, что это будет. Но сейчас будем пробовать. Так, ну и начнем мы вот с этих, которые со вкусом ребрышек. Ребрышек. Со вкусом ребрышек барбекю. А начнем мы, знаешь, почему с них? А начнем мы с них по одной простой причине. А я их не выдержал, открыл и попробовал. Ну вот, ну так вот, очень мне захотелось попробовать, какие они на вкус. Ну и сейчас мы будем с тобой еще раз пробовать. Смотри, они здесь. Вот в такой вот пластиковой подложечке. Так. Держи, это тебе. Сразу могу сказать, они вот такие вот, ну, как бы одинаковой формы, но вот тоже такие же, как вот Лейс, который мы до этого пробовали, ну, который вот у нас продается. Такие же какие-то кривенькие, ребристые все, нет. Принглс как-то они поровнее сделаны. Ну, давай пробовать, как это будет на вкус. На самом деле не ощущаю тут никакого ямса. Наверное, потому что я не до конца понимаю, что такое ямс и какой он на вкус. Но ребрышки барбекю вкус есть. Вкус есть, вкус очень приятный. Поставлю. Бери. Так, давай следующий попробуем. Вот такие вот. Это у нас картофель авокадо со вкусом сладкой горчицы. А, кстати, смотри, баночки вот это. Лейс из Китая. А вот это, которое продается у нас. Ну, то есть, видишь, да, разницу. В наших упаковках масса нету на дне банки. Вот здесь 140 грамм, а в этих 90 грамм. То есть вот эти вот упаковочки поменьше. Но все остальное сделано так же, но металлическое. Сама упаковка картонная. Сверху пластиковая крышка и заклеено все это. Очень много полезной информации.
Ощущается. То есть прям, ну, чувствуется, что оно тут есть. И приятный вкус горчицы. То есть не острый именно, а вот сладкой горчицы. То есть, но в целом сами чипсы не сладкие. То есть я почему-то думал, что они будут сладкие. Нет, солененькие. Но со вкусом горчички. Это розовый батат со вкусом кокоса. То есть сами чипсы из картофеля и розового батата со вкусом кокоса. Такая же упаковочка небольшая, 90 грамм. Давай пробуем. Чего я ждал? Я ждал чего-то странного. Вот эти вот чипсы, они не сладкие и не соленые. Они просто со вкусом кокоса. И это достаточно необычно.
Смотри, ямс с картофелем и с ребрышками. Очень вкусные, прям вкусные, действительно. Ребрышек, вкус присутствует, все как надо. Авокадо с картофелем и сладкой горчицей очень мне понравились. Они необычные, чувствуется авокадо, чувствуется горчица. И вот прям очень вкусные, вот они прям хорошие. Лейс, который с фиолетовым бататом и со вкусом кокоса. Ну, вот знаешь, как скажу, попробовать было интересно. Но второй раз я такие покупать бы не стал. То есть вот все попробовали, как бы и поняли, что за вкус, и все. То есть, ну, второй раз точно бы я такие бы не купил. Ну вот, на сегодня все. Мы с тобой все попробовали. В следующий раз, когда придешь, у меня еще есть чипсы Pringles из Китая. А там тоже, там две лимитированные серии. Одна острая. Ну, в смысле, две упаковки из лимитированной серии. Одна упаковка острых чипсов. Как раз в следующий раз мы с тобой их вместе и попробуем. Ну, а на сегодня все. Очень рад был тебя увидеть. Спасибо, что пришел. И всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра.